Сквозь август тонкий, будто копировальная бумага, пахнет осень кострами, протискиваясь в нос, беспокойством жемчужных стрекоз начинается новая сага о твоем тяжеленном пальто, та шинель однотонная, что на плечи мои водрузил крылообразный взмах. А я буду стоять, как никто защищенная, словно у настоящего самого Бога в гостях. Добрый вечер. Я очень рада, что вы сегодня пришли сюда. Я очень люблю приезжать в Сумы. Я здесь третий раз. Я здесь встречаю всегда очень образованную, добрую, человечную, честную публику. Мы начинаем. Ты ждал меня с лицом дурака и с сердцем, исполненным верности волка. Избил каблук своего башмака о камни и весь исхудал даже толку. Ты ждал, по-моему, аж постарел у двери привычной с табличкой 17. Но я не пойму только, ты не посмел или не додумался постучаться? Уходишь, уходя, иди, ведь спуск не крут, иначе дальше впереди Сизифов труд. Я выживала и без рук в кругу бумаг, в углу напыжившись паук плетет гамак. Я без еды да на воде, как в келье свет. В моей прокуренной судьбе ночлега нет. Уходишь, тысячи квартир, приют коров. В моей квартире волчий мир, не до телков. Большое солнце, мелкий блик, горят края. А коль услышишь волчий крик, то это я.